Вот вроде говорил, начало будет Хэмк. Мы тоже думали. Это вы заебали, блядь. Сказано было по народу, кто придет, какой состав будет. Так, рыбу, садитесь быстро хавать. Блять, кто там парит? Не я. Мастер Каша. Чё ты паришь, не? Ты паришь. Чё паришь, блять? У меня жизнь закончилась. Да? Не, не мани, не заебал. Так пойди куда? Убирай, пасифи. Букмастер, что там? Блять, выпейте разочек припоты хотя бы, разочек. Я по два пью все время. Припоты не обязательно там, блядь, на последних секундах пить. Но все равно это плюс ДПС. Нет, ну, я имею в виду, что откатилось 30 секунд на припот, тут же его выпивайте, а то помрете еще. Опа. Мне зыбкая Вилаша. Сакравоид. Сакрав Рахель. Сакрахуля Дрин. Полу Лингер. Следующий вывела. Сакра Лингрен. Вилаш антимагия. У Лингрена на пуль. Калфир на хп. Незыбкая Вилаша. Сакравоид. Сакрав Рахель. Рахель Сокру. Вывела шуна. Сакраху Ледринг.
полидринка на пул. Сакра, Леха, да. По холку, сальво. Не зыбку жми, не зыбку жми. Все нормально, все пробил. Давай зубы по нему. Вилаш антимагия. На полу Ленграна. Банквил на хп. На полу вывела. Не. Не зыбкая вилаша. Сакрабоид. Припоты не забываем, выпиваем. Вавилашу пули. Сакра в Рахель. Сакра в Людвинг. И косители прожмись. Если есть зубы, ну если нету, то. Сакра, Лингрен, Лингрен, сакра. Спамим. Два... Спамим хил в него. Два купола, дальше берса. Протопалось, еще можешь каплю дать, блять, у него нахуй. Каплю в хукмастера быстро. Давал на то тело. Давайте БРы быстрее сдаем. Да не надо уже. Да почему? Потому что. Поздравляю. Ир, ГЦ, ебат, братцы. Че такое? У нас. Слава советскому Союзу. Слава, Слава, накинь мне ЕП, мне срочно надо уйти, и все. Это что у нас? Это что у нас? ДЦ 2Т5, что ли? ДЦ, блядь. ДЦ это шелфир плеч. А, тебе шелфир плеч. Я думал, Трамфил за. Самая большая проблема — это воронки сейчас. Вентилятор. Клава, я ушел. Да, ЕП-шку накинь. Угу. А Ванек, Ванек, слышишь? Пожалуйста. Че? Сильно ШП-шники апается 2Т5? Ну да. Не дамажат 2Т5. Прям нормально пиздючо, да? Нормально. Надо сейчас только к ротации привыкнуть будет. Ну это заебись. Так, на ДК кто забирает? Консилятор ты будешь забирать? Ну, Люстую надо бишку. Магу, наверное, дать. Не, маг, маг в любом случае, типа, ну, ДК второго куска нет смысла, у него валяться просто будет. Там хант выше Танатоса, Пасифея. Не, в смысле, у меня руки есть. По очереди. По очереди. А, магу точно. Отдавай, магу отдавай. Не, магу в любом случае. У меня есть руки, если еще держу курс. Я же забирал их давно уже. Я в очереди стою, если, типа, консилятор не против, то я заберу, если нет, то ну, нельзя так делать. Не, ну типа серьезно. Ну магу это больше даст. Магу значительно больше даст. Ебать, сразу. Так, теперь смотри, нахуй. Теперь надо, чтобы эту хуйню открыть. Надо воронки, нахуй. Короче, этот самый. Че, давай там за робота? Законы че еще накинь? Доп ЕП. Слава, мне дай ЕП. Че, хэн, дайдем. Чтобы открыть куски, нужны воронки. Идем до соляры чистить трэш. Ну все, я думал, мы этот идем. Ну воронок, сука, он нету. Сосрается. Что, не понимаете, блядь? Сейчас. Идем воронки выбивать. Утро-дру.
кто еще там? Сколько воронок не хватает? Ну там один чел может уже открыть. Бля, какой минимальный таймер? Это дитлы скиньте. Бэтфокс, кто еще? Блин, ну лид, кто еще был на замене? Так, я там не был, там на ДК кинули, они же все связаны теперь. Да. Бля, ты напал зашел? Да. Блядь, так. В друзьях ты вроде был. Что надо понятно? Выбить 4 воронки. Так, этот, кому откроем? Шелфиру, да, откроем? 3 воронки ну, даже. Ну, я дольше ждал. Поэтому, мне кажется... Не-не, давай-давай, пускай он открывает. Пусть тоже сейчас нафармим. Ну, возможно. Вот это сейчас сокеты вставлю сразу. Я так. Просто же Терон не успел. Остальные идите трэш до соляры бейте. Так, вот. Три воронки надо, чтобы ему куски открыть, короче. Танатосу. И потом целка будет. Так, вот те воронки. Так, ты протонусь, открою. Сюда чарю. Че ты за голд не хочешь покупать? Так, Хулидринг ушел. Войт. Чё? Говорю, ты за голд их типа не хочешь покупать? Кто, блядь, спулил всех? Нет, они пульки там дохуя, чего вы делаете? А Ваня, она в рот, где-то? Блядь. Опять страфовался, что ли? Плюс один. Чё раз плюс один? Плюсуйте, кто там рейд воронок побить надо. 3 штуки выбить. Так, ты похиль, короче, пока. А я зайду на этого Лингрена РЛ, а зайду на друида. Сейчас ссылка через него пойду. С него начну, по крайней мере. 3 воронки надо выбить. Там лутера на себя возьми. Лутера на себя возьми, на тебе РЛ кину. Слава, ты личку прочитал? Он здесь. Ты что, уходишь куда-то в командировку или что? У меня вахта, я завтра улетаю. Типа играть вообще не смогу. Ну понятно. Ну на сколько? На 2 месяца. Пока. Чисто реально, пока, ёпта. Короче, надо, ну, не знаю, с захода, если 3 не выпадет, то еще начнем заход. Ну, главное, чтобы 3 выпало, сейчас куски откроем. Потом уже продолжим и пойдем босса 4 ебанем. Там не пульте пока, дайте шкаф, сумните. А где же мобы же не появляются? Дайте пати. Так, закрыть. Ну, я двойное дал за робота, так за него сотка, так 200. Жестко. Кукмастер куда делся? Где хукмастер? Вышли что ли? Ничего, куда? Оф лов зайдет? Покинул группу. Да это мастер. Я кикнул, не офнутый просто. А, Лавилане похиль пока трэш, я буду в мишке. Юс на портал, тык на портал. Мачка пиздец, конечно. Так, присумонился. Так, давай, что там? Хилов, где Транквила и Лавилане надо сумнуть. Тыкаем. Я продакс, и еще 2 тела в рейд плюсуйте. Пока не сумайте мне, я сейчас чарю все. Ну ты чарь, там сам подлетишь. Да, я подлечу, у меня телепорт есть. Вот. Лющиты. Дритин. Что, есть еще место? Тоже взял 2. Вот Дрит инвалид, получается что? Ну Дрит инвалид сове будет, да и не любишь ты тоже в этой в ШДД, блять, будь. Сумонь. Транквила, где? Ну да. Так, дайте это. Сейчас погодите, я в Т5 в канале отмечу. Кто там на сегодня утонул на слепце? ДКшный, кто утонул? Танатос. Мастер. ДКшный хукмастер. Руки. А не Заканыч? Ну хукмастер же был, блядь. Че, мозг мастер, бить? Да? Ему ГП же начислял. Ничего, забыли, что ли? Второй я кусок забыл, какой был? Напало или на кого? На приста был?
Да, пристану. Транквили, транквили ты отдал. Транквили ты отдал. Так. Тран. ДЦ. И утнули два куска, получается. Шелфир. Так, ну и Танатос. Два, но пока не открытых. Все, мобов хуярим. Глокоса не хуярьте. Блядь, где вихрь? Как захуярили. Так, это патруль там был, нет? А вот патруль идет. Осторожно. Сейчас он поближе подойдет, сам сагрится, чтобы ту дальнюю пачку не зацепить. Все, цепляем. А, ты в мишке? Ага. Я тогда в ДД спекнуть быстрее дело будет. Ага. Так, у тебя лутер вроде есть. Ассист еще. Можешь не люблю щиты в хила спекнуться, чтобы... Хотя хуй знает, там провидцев этих убивать. Да, да, пусть спекается. Чтобы побольше сейвов было. Провидц очень срочно 10 минут. Да. Так, сейчас этот умрет, мол, пока спекаемся, резаемся. Я по стифею резу. Где призом? Этот вертушку будет крутить, смотрите, отбегайте. Легионер, который. Этот звездочет как-то контролится вообще, что-то дохуя с двоих дамага идет. Проверьте, что на него действует. Фир, вихрь, нахуй, какая-нибудь хуйня, чтобы, блядь, не разъебываться так. Я дохуя сагрил, так что за стенкой там прячься. Быстрее, быстрее, вы дайте побольше. Так, не бить мобам, пока я его не ударю. А то он ёбнет. О, запы не персональные лежат.
Сука. Тварь. Чуть не сдох, нах. Ну эти наручи нахуй. Себе забирать что ли? Я так-то продаю, но они там, блядь, по 99 голд, нахуй. Кринж, блядь, воронка 70 тысяч. 70? Понятно, блядь. 40? Ну почему? 50? 50. 69 только что было. Это пиздец, да хуя. А на 50 сейчас стоит науки, я смотрю. Прячьтесь за стенку, хули вы бежите сюда. Я порофлю, если ни одной не выпаду. Так и будет. Я так, я тебя спрашиваю, что ты купить их не хочешь просто? А что, они дешево стоят, что ли? Ну, три воронки-то ты можешь купить, да? Пока нет необходимости, можно и формануть. Поиск ключужный. Воронку пропустили. Где? Здесь лежит. Здесь это где? Серьезно, сейчас вот, пачки последние, нет. Так, нет, не пропустили, я да, еще не дошел. Вы просто стоите, а я не могу тыкнуть справа, на вас тыкаю. А вы тадите, я же все заберу, блин, да, заебали. Пошли там на разведку. Так. Патрули далеко, это убьем. Патрули, блядь. Ну вот две осталось. Нахуй мне, блядь, бабки отдавать, которые, хуй пойми, долго копятся, блядь. Это когда сейчас упал. Сейчас еще час подать, больше не будет. Там воронки вырезали из лут. Да их не вырезали, просто лут. Ну, поменьше сделали, дроп. Лут говна просто, согласен. Делать ведь все равно. Так, сейчас мобы это провиться бьем. Левому я корни даю. Готовьтесь, дамажить. Блять, и там еще идет нахуй. А это быстро их надо убить, прям оттягиваем их туда ко входу. Все, зергаем его. Бурсты, все, крылья, отдавайте на него прям много всего. С контроля баблом сразу выходите, там какой есть хуйней у вас. Вихри даем по кому-то, по важному. Ну или так нахуй. Или убиваем. Быстрее, быстрее черепок добиваем. И с этими мобами в этот в тоннель отходим потихоньку. В тоннель оттягивайтесь. Сейчас контроль с вас снимется. Этот. Мобов, чтобы других не спулить, а то они сейчас сюда придут. Прием, слышно, нет? Быстрее в тоннель заходите. Все, в тоннель заходим. Чтоб те мобы не пришли, они нахуй нам не нужны. Все, в тоннель с этим заходим. Уберите петов, тотемы отсюда, блять. Быстрее в угол сюда зашли. Где еще второй там? Мудак, нахуй. Где он? А, он в овце. Заебал. Тут прессуем. Воронка, аха, вот тут, в мобе. Да-да-да. Еще да. Одна осталась, нахуй. А, внутри выпало? Я думал, что... Да. А ты не верил. Нет. А ты не верил, что ли? Как там было? И серьезно. Еще одна. Ну все, нахуй. Че, сразу пойдем? Все, расход. Не, добьем, добьем, добьем. Да, пачку добьем. Давай круг добьем. И целка. Здесь мобы шоколадные, блядь. Да. Нихуя есть, блин.
Ну все, сейчас. Вдруг сейчас убьем еще 5 штук. Сейчас эту пачку добьем, Танатос, давай обмен и лети хуярь, этот, делай себе спек нахуй. Сейчас ЛК пойдем. Ну, в смысле спек. Всю хуйню там подгоняет. Так, сейчас дай ГБ от Танатос, есть этот. Она просто видела, что нам надо еще две воронки, и сразу же их дала. Гильбанк дайте. Идите, остальные бейте, кроме Донатоса. Дай гильбанк, блядь. Пиздец, бой, что ли, сука? В смысле, нету гильбанка? Ёбаный в рот, блядь. А, ну да, будешь. Поставьте сейчас после этой пачки гильдбанк. Ну это пишет, что стоит. Да, вот там стоит сзади банк. А, ну все. Ебать. Сейчас или еще один поставим. Вот еще один. Еще 3 банка. Я понял, нах. Так, Танатос, блядь. Где открывает ухню? Все, 0 воронок, нахуй. Этот трэш на соляру надо оставить. Этот. Двоих добить, потом каратреса потратить. Алара, блять. Вот этот трэш надо оставить, он злачный, нахуй. Тут воронки сыпятся, блять. Зачем его оставлять? Он же рейсница. Ну я имею в виду соляру не убивать, чтобы трэш не резнулся этот. Если босса убить, он уже не резнится. О, блять, мобы, нахуй. Даю контроль левому. Пустоту бьем. Баблы сразу отдавайте, там что есть. И вихри вон по пассифее можно закинуть, чтобы не терять депейсера. Ой, иду бить. Чуть друида инвалида не убил. Нет, убил. Что говоришь, Абу-Даби? Тираны сосать. Что? Это посоветуйте какие-то это игры аниме? Интересные, да. Ты заебал, ты скачался уже. Я знаю, ты еще не включал. Домовенок, ну, хуй, вот. Минимум на сколько? На 30 часов тебе хватит. Ресните, пожалуйста, лутера. А какой направленности игры? Не знаю, ну РПГ какой-нибудь. Какая-нибудь бродилка, чтобы я мог вот как медведям прийти, пизды всем. Как достать соседа? Вальхейм поставить. Звучит как хуйня. Вальхейм? Что это такое? Это онлайновое говно. Песочница. Нет, я почему? Мам. Можешь один. Не-не-не. Песочницы, блядь. Песочница. Это что, копать? Там типа дома строить, а? Землю копать, всю хуйню вот эту, да? На ебал. Можешь мобов пиздить. Ладно. Не, Войд, не играю эту хуйню, там фармить много надо, забей. Нахуй надо. Не, тут хватает. Блин, добавки хватит. Там игра хочет... завязана на куче фарма, блядь, это давно и банально. Я хочу 7 пизды с одного удара давать, короче. Он хочет, короче, зачетерить и пройти игру. Вот такой у нас Войд. Я не знаю, я вот GTA 5 играл, и я ее 3 раза проходил, только сюжетку. Дальше интерес пропадает. Не знаю почему. Диабло вторую пройди. Войд, Секира, иди играй в Секира. Ремастеринг? Да можно и старую, нахуй ремастер. Я ебал, Диабло. Нет воронок больше. Диабло это вообще еще хуже. Дрочильня тупая.
Ну тебе не уходи. Это вообще пиздец. Хорошо, когда времени нет. А, не, скачай не Enter the Dungeon. Dungeon, поставь DR. Enter the Dungeon. Dungeon Masters. К слову о данженах, поставь DRG кооперативчик веселый, Deep Rock Galaxy. Пиво хуярить. Тоже можно, да, там дварф и пиво, блядь, все как ты любишь, Вой. Жуткий кайф. Там, правда, паладинов нет, но это так. Ну, можно сделать. Можно сделать, можно отыгрывать паладин. Хорошая штука, если можно поставлять. Блядь, а вот прикинь, мы пойдем на воронку фарм, и вот 2-3 захода идем, нихуя нет, ну там 2-3 воронки. Потом идем заход, и просто воронок 15 выпадает, нахуй, ага, с каждого да, моба, да, нахуй, по штуке, блядь. И потом ты проснулся. Я вот тебе на Deep Rock Galactic скинул обзор. Кстати, нормально воронок упало. Смотри, ну, кайфово, там, если залетишь, можем... Галактик, там что-то про космос, что ли, или что? Там, ну, да. Да, ну там прикольно, месилово, блядь, за дворфом. Черные копатели. Будет Нир Автомата поиграть. Я знаю, это пиксельная такая игра, там какие-то типы придумали американцы, да, вот это за них копать, там что-то землю, что-то еще там делать, да? Ну, типа того. Поебень, что-то не хочу в такое играть. Не, там мало копания, больше ёбля. Кстати, воет воронок вообще много упало. И ёбля, жука. Паре еще две. Нихуя. Все, можно лететь. Че, мы в целка летим? Да, да, летим. Тогда Everyone Just Connect был? Чё был? Чё, полирольки-то подорожали? Бля. Всё, всё собрал? Да. А, ну вот ещё две, получается, лежит. Ну, я говорю, ещё нормально упало. Всё, это, вы портовываете с инста, короче, чтобы сложность можно было сменить. Извиняюсь, что долго не было.